Всем привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале экскурсии по Москве и не только. И сегодня мы находимся в парке Сокольники в Малом Розарии. Это такой сад очень красивый, так что бегом обозревать сад. Сейчас время 10 часов утра, народу мало будет. Идем дальше. Вот там находится вход в розарий. Сам. Вот тут очень много цветов. Тут есть скамейки. Вот такие. Очень красивый вообще сад. Поставьте лайки тогда. Сегодня выпуск такой необычный. Вот фонтанчик. Но он маленький, ребят. Но все равно я пока решил тут, так скажем, погулять. Так, ребята. Очень много цветов. Это как ВДНХ. Сегодня я даже без подготовки, без микрофона, так что если меня не будет слышно, это уже на моей совести будет. Вот такая тут беседка, беседки. Вот там есть тропинка. По-моему, кто-то вырывает цветы. Ребят, это делать не надо, потому что люди тут стараются. А, ладно. Я ошибся тут, люди. Убирают сад. Вот такой довольно дефолтный сад, маленький. Еще, наверное, сделаю один выпуск, ребят. Так, ребята, на этом, думаю, выпуск можно закончить, потому что я уже подошел к концу, откуда я начинал снимать. Надеюсь, понравился выпуск. Ставьте лайки, подписывайтесь. Дальше будет больше выпусков. Смотрите, какое туе, по-моему. Если ошибся, пишите в комментариях. На та же ссылка на телеграм-канал. Подписывайтесь. Скоро будет 1000 подписчиков. Я сделаю стрим. Наверное, из парка ВДНХ. Да. Так что всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.